Привет, Новосибирск, с Новым годом! Скажите честно, кто считает заливную рыбу гадостью? Для всех нас топ-3 самых странных новогодних блюд разных стран. На третьем месте латышское блюдо. За новогодним столом всем обязательно надо полакомиться горохом. Представляю, какой у них там салют. Второе место застолбили индусы. У них в новогоднюю ночь, хочешь не хочешь, надо жевать листья дерева ним-ним. Да, все бы ничего, но они ужасно горькие. Но менее всех повезло главе семейства в Польше. Все, значит, объедаются вкуснятиной, а он должен съесть голову карпа. Когда я стану папой, ни за что не поеду жить в Польшу. На этом все. Питайтесь правильно.